Порядка 60 ведущих промышленных компаний из сферы связи Якутии и страны принимают участие в 7-й профильной выставке в Якутске. Сегодня в спортивном комплексе «50 лет Победы» прошло открытие ежегодной традиционной выставки. Всего на ней представлены 58 компаний из 14 регионов России. В том числе это поставщики услуг связи, производители технического оборудования, промышленные организации и многие другие. В течение 3 дней в рамках выставки пройдут встречи и обсуждения на тему экологии, возможностях спутниковой связи. Развитие связи и информационных технологий на сегодняшний день – это очень новое направление, которое очень стремительно развивается. И правительством республики уделяется очень особое внимание развитию именно связи и информационных технологий. Ну, коммерсанты всегда участвуют с одной единственной целью в выставках, для того, чтобы найти новых клиентов, для того, чтобы заявить о себе, так сказать, миру и заявить о себе Республике Саха-Якутия. Результатов ожидаем новые контракты, новые договоры и, соответственно, увеличение наших доходов.